Добрый день, меня зовут Наташа, мне 38 лет, я живу в Одесской области, в поселке Великодолинского. У меня дочка есть, 15 лет ей, зовут Алина. Что происходило в тот день, когда началась война, мы очень испугались, потому что в 4:30 утра начали греметь взрывы, мы очень испугались, поднялись, включили телевизор, нам объявили, что у нас война. Как изменилась моя жизнь? С приходом войны я потеряла работу. До этого я работала в частных домах, убирала. Но мои хозяева выехали за границу, эвакуировались, получается. Я осталась без работы, без средств к существованию. Самый страшный день был, когда над нами пролетала ракета. Она летела черная, в дыму это было что-то с чем-то. Мы очень сильно испугались. Я не живу на оккупированной территории, я живу у себя в доме, но жить очень страшно. Постоянные взрывы, летают дроны камикадзе, это действительно очень невыносимо. Я получаю детские, получаю я 3000, но очень много уходит на питание. Я получаю детские как мать-одиночка и инвалид. Инвалид я по психике, потому что когда-то у меня был стресс, меня очень сильно избил бывший муж, и я стала инвалидом. У меня проблемы с головой. Гуманитарную помощь мы не получали, потому что мы не являемся ВПО, и гуманитарка никакую мы как бы получить не можем. Живем мы у себя дома. Больше нам нужны деньги сейчас в связи с отоплением зимним. Как бы холодно становится, нам надо закупиться дровами, дров у нас нету. Как и вижу будущего Украины, мы будем жить, мы будем свободны, мы будем независимы, мы будем сильны, и мы победим в этой войне. Что должен услышать мир? Мы должны все измениться. Мы действительно должны все измениться для того, чтобы жить лучше, для того, чтобы просто жить. Чего я боюсь больше всего? Я боюсь ядерного удара. Я действительно боюсь ядерного удара.